Всем приветики. Иногда в Стиме такое бывает, что игра долго обновляется. К примеру, я вот обновлял игру Rust. Обновление было всего 800 мегабайт. Появилась такая полосочка. Сначала она выделяла место, очень долго выделяла. Потом началась скачка, быстро скачалась. И после скачки началась распаковка, долго оно распаковывалось, потом эта полоска дошла до конца, перешла в ноль и началась установка. И вот когда началась установка, здесь начало писать сколько-то дней, то есть отсчет времени шел уже не на часы, а на дни вообще. Я решил остановить закачку, она не могла остановиться, я решил выйти из Стима, Steam при этом завис. Я его завершил диспетчером задач и перешел снова сюда. И при этом что делать в таком случае? Просто удаляйте игру. Я уже удалил, и ну как бы, и в загрузках висит новая скачка. Потому что когда такое случается, проще удалить игру и скачать заново. Вы удаляете ее, вот нажимаете удалить, потом переходите в магазин с игрой и заново ее устанавливаете. То есть, и это будет намного быстрее, чем она будет распаковываться, потому что некоторые игры, вот за 44 минуты она скачается, но никак не за дни, потому что некоторые игры, ну, обычные игры скачивают файлы и заменяют новыми файлами старые файлы, и на этом все, так и происходит обновление. А некоторые игры сначала скачивают файлы новые, распаковывают какие-то игровые архивы, новые файлы закидывают в эти самые игровые архивы и потом заново их запаковывают, и начинаются вот эти вот распаковки, установки, выделение места для всех этих распаковок, установок. И от этого всего как бы все как бы висит, зависает, и это очень долго происходит. И в таком случае проще удалить и скачать заново игру, в которой уже все будет заменено, установлено. И вам просто нужно скачать файл, и все. Если у вас быстрый интернет, то вам проще будет удалить и заново скачать, чем вот этого ждать, пока оно там выделит место, распакует, обновит, заново все это запакует. Это очень долго, как бы я всегда вот удаляю, скачиваю заново, и это намного быстрее и проще, чем вот сидеть, ждать дни целые. И в тот момент оно, когда мне это писало, у меня и система лагала, и Steam лагал, вообще все лагало, потому что все эти вот распаковки, установки, они как бы еще же и системные ресурсы тянут. Поэтому если у вас такая же ситуация, что вы долго качаете какое-то обновление, и все эти вот установки, распаковки вас мучают, то можете просто удалить игру и заново ее установить. Ну, то есть, если при обновлении у вас такие проблемы возникают, то вам проще полностью удалить игру и заново ее скачать уже с установленными в ней обновлениями, чем качать такие вот обновления со всякими распаковками, установками. Вот. На этом все. Всем покедова.